Кам. Вас не умеют готовить кофе. Какая наглая девица. Все, задержись. В твоем возрасте, извини за тавтологию, пора уже задуматься о наследнике. Дед, ну ты что, 21 век. Сейчас женится-то поздно, не то что дети. Я плохо себя вел, дед. Оставишь без сладкого? Поговорим о девушках. Хорошо, что тебя интересует. Сплетни о поп-звездах, модные тенденции. Нет, сплетни о поп-звездах меня не интересуют. Ну, надеяться на твою добрую волю. Решение вопроса брака и наследника – это дело тухлое. Поэтому мы зайдем с меркантильной стороны. Значит, у тебя есть стимул. Стимул к чему? Жениться вам, барин, надо. Жениться.